селе Налобино Кызылжарского района проживает свыше 900 человек. Чтобы занять досуг не только жителей преклонного возраста, но и молодежи, в этом году в населенном пункте приступили к строительству сельского клуба. Подробнее Илья Кудряков. Большую часть времени это здание попросту пустовало, принадлежало оно местному хозяйству. В прошлом году предприниматель за свой счет заменил здесь крышу, поменял старые окна на пластиковые, приобрел котел, и в декабре 2022 он на безвозмездной основе передал здание в управление местным исполнительным органом. Теперь работа по реконструкции помещения идет полным ходом, осталась внутренняя отделка. После завершения всех работ здесь будет современный сельский клуб, которого так не хватало в Налобино. К слову, на восстановление из бюджета выделили порядка 9 миллионов тенге. Сдать объект планируют в конце августа. Какие работы у нас по смете, значит, внутренние? Это штукатуривание стен, потолки, обустройство сцены. Потом также будет здесь тренажерный зал, то есть они должны будут установить тренажеры. Подведена должна быть вода, установлена сантехника, вплоть до душевой кабины. Пока у нас сейчас еще нет такого как бы человека, который будет заниматься вот работой этого сельского клуба. Есть библиотекарь. На начальном этапе, конечно, он будет, но мы везде, ну как, даем объявление, просим, приглашаем творческого человека к нам. Это не все изменения, которые в ближайшее время произойдут в Налобино. Прямо напротив будущего клуба есть площадка, которая всегда была в траве. В этом году здесь также начались работы по благоустройству территории. Уже работает техника, и в будущем здесь будет красивый сквер, которого тоже не хватает в населенном пункте. Мы очень рады, что в нашем селе появится клуб, где смогут заниматься наши дети. Сейчас для них развлечений очень мало, а здесь будут установлены тренажеры и откроют разные кружки. Думаю, после открытия он будет очень популярный. Все концерты тоже теперь будут проводить здесь. Напротив здания будет небольшой сквер, где можно будет прогуляться, посидеть, отдохнуть. Это не может не радовать. Я очень рада, что у меня здесь будет большая комната, моя библиотека, где я смогу проводить мероприятия с детьми для села, вот день села, там 9 мая, все, что вот эти вот. В селе у нас все есть, магазины есть. Вот теперь и наш долгожданный клуб мы откроем, это самое важное. Еще одно новшество в селе – это современная детская площадка. Уже установили скамейки, мини-футбольное поле, уличные тренажеры, постелили брусчатку. Осталось только дополнительно завести песок. Полностью работы завершить планируют до конца июля. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, служба новостей.